Привет, братюхи, вы на канале Лаки Бростик Вандюхи. И сегодня мы будем снимать соревнования Пук. Привет, это я, Макс. Я не пошел на соревнования, потому что у меня сломана нога. Так что мой младший брат Вовка вместе с папой поехали на соревнования и сосняли Тули. Но я буду смотреть это видео вместе с вами. И вы можете увидеть и Тули, и мою реакцию. Мы там поглядывали за судьями. Поехали. Вот тут вот уже зал. И здесь, как вы видите, люди, все тайквондисты делают Тули. И сейчас вы это увидите. Вот тут смотрит Вовка. Начинается какой-то Туль. Если вы его знаете, напишите в комментариях, как он называется. Если что, я этот туль не знаю, потому что я вам уже сказал. Вообще этот туль мне немного знаком, я его уже где-то видел. Вот уже конец стуля. Немножечко подглядываем за судьями, что они там, какие оценки ставят. Теперь за другими. Тут исправили оценку. И здесь тоже есть оценки. Даже контрольный с дыханием. И победил, который слева. Это Богдан. Он из наших роликов. Кто их видел, напишите в комментариях, хотя их у нас уже нету. Здесь вот ломают доски. Сломал доску, а лицо грустное. Опять же делают тули и опять же спецтехника. Если вы знаете, как этот туль называется, то напишите в комментариях во вкладке сообщества. Еще на нашем влоговом канале Lucky Life будет видео про эти же соревнования. Там, короче, много приколов, как они туда ездили, и Вовка там разбил тарелку. На этот канал и на это видео ссылочка будет в описании. Вот уже конец туля. Опять же подглядываем за судьями. Кстати, этот судья, это с нашей тренировки. А это уже неизвестно какой. Думает, какую оценку написать. Написал 4. А он пока не видно, что пишет. 5, 4 и много двоек. Кто-то вырвал, или так надо делать, или нет. Здесь тоже оценки. Тоже много двоек у левого. И, как вы видите, победил, который справа, красный.
Тут вот теперь делают два пацана Досон Пуль. Они делают его немного неправильно. Да, даже не немного, а много неправильно. Какой позор, там зеленый и синий пояс. Я даже лучше них могу этот туль сделать. Они делают немного, ну как-то, у них стойкие иногда короткие, иногда нету волны при ударе. Здесь вот у нее очень смешная прическа. А здесь вот болтовня по телефону. А вот здесь вот какой-то ржач. Снова Тыли. Это уже с другой стороны. Это такие же судьи, где мы подглядывали за ними. Пишите во вкладке сообщества и пишите на какой минуте, на какой секунде, что за тыль, как он называется. Тыль, который я знаю, который мой максимально большой тыль, который я знаю, это Ван Хё. Это тот же самый судья, и он с тренировки. Только в этом уголку нельзя подглядывать, потому что это невозможно. Вот тут вот девчонки разминаются, играют в пятнашки. И вот он спарринг, про который я говорил в самом начале. Он здесь один и он долгий. И очень жесткий спарринг. Ого, почти на шпагат сел. Посмотрите, что творят вот вообще. Красному замечание сделали. И опять ему замечание сделали. По-моему, как я помню, 3 замечания это минус балл, минус очко, наверное. Теперь 2 замечания сделали. Синий сейчас только что сделал 360 юбчаги. Ого, обнимашки. И даже шлем чуть не отвалился, не снялся. Что-то то ли они отдыхают. А это вот наш тренер Александр Анатольевич Поляков. А вот здесь вот кубки и медали за тыль. Медали за тыль, они квадратные.
а вот здесь вот Вовка. И посмотрите, как он смешно смотрит, потому что у него не хватает роста. А вот здесь Богдан и Родион. Они с нами тренируются. Родион занял 2-е место, а Богдан 3-е место. Вот здесь вот они стоят на пьедестале почета. Вот мы сходили на соревнования. Мы приехали поздно, наши все выступили. Мы их не успели снять, но сняли немножко других. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Lucky Bro Taekwondo. И всем пока.